День за днем множество событий, но нас интересует главное, то, что касается каждого. Ток-шоу – главная тема. Информация повсюду, она помогает найти ответ практически на любой вопрос. Но в то же время, как часто мы забываем, что то самое информационное поле для некоторых является еще и хорошим инструментом решения своих задач. О слухах, фейках и культуре потребления информации поговорим сегодня в ближайшие 40 минут. Это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Заместитель главного государственного санитарного врача Гомельской области Ростислав Зинович. Ростислав Николаевич, добрый день. Добрый. Заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Лариса Синила. Лариса Михайловна, рад видеть. Добрый день. Доктор социологических наук, профессор, проректор Гомельского государственного технического университета имени Павла Осиповича Сухова Виктор Кириенко. Виктор Васильевич, милости просим. Здравствуйте. Заведующий отделом городской газеты «Советский район» журналист Александр Евсеенко. Здравствуйте, Александр Вячеславович. Располагайтесь. Сегодня нам предстоит обсудить сразу несколько резонансных тем, ну а пока обо всем по порядку, отправляемся за первой историей в Светлогорский район. Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат – предприятие полного цикла переработки древесного сырья. Здесь делают гофрированные картонные ящики из него. Упаковочные тары ЦКК обеспечивает всю страну. Поставки идут в страны СНГ, Прибалтику и Европу. Очередным шагом в развитии стало открытие завода по производству беленой целлюлозы. Это один из крупнейших инвестпроектов страны. В следующем году предприятие должно выйти на проектную мощность. Оно будет перерабатывать около 2,5 миллионов кубических метров древесины и выпускать 400 тысяч тонн продукции. Из них 300 тысяч тонн планируют экспортировать. Производство целлюлозы – одно из самых эффективных направлений деревообработки. Экспорт одной тонны приносит в 5 раз больше валюты, чем экспорт древесины, из которой целлюлозу произвели. Та же тонна целлюлозы стоит примерно столько же, что и тонна нефти. Тенденция такова. В мире резко сократилось потребление газетной и пищевой бумаги. Зато растет использование бумаги для санитарно-гигиенического применения. Розничная интернет-торговля являются драйверами спроса на тароупаковочные материалы. Производители одежды дают предпочтение не дорогому натуральному, а более дешевому искусственному шелку. Для производства всего этого нужна в первую очередь беленая сульфатная целлюлоза. Она занимает 70% всего целлюлозного рынка и востребованность увеличивается. До строительства завода всю беленую целлюлозу Беларусь закупала, сегодня может продавать свою. Несмотря на то, что завод пока в процессе пуска наладки, сбывает все, что делают. Порой даже то, что еще не произведено, уже продано. Заказчиков очередь, только зарабатывай. Даже работая в полсилы, завод обеспечивает достойные зарплаты. Ученика берут сразу с окладом 600 рублей, операторы получают до 1200, начальник участка – 2000. Заработок приличный даже для столицы, что уж говорить про Светлогорск. Но есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Часть местных жителей жалуются на неприятный запах от завода. Особенно возмущены в деревне Якимово-Слобода. Почему до сих пор задыхаются дети и взрослые, а? Почему страдают пенсионеры? Слезоточивость начинается, а потом поднимается мне лично, поднимается давление. Позавчера были они, что вы замираете? Вот они мне опять это все диктуют. А меркоптан, самый ядовитый, который тут выпускается, от которого мы страдаем, никто его не замеряет. Правда, не добиться? Итак, прокомментировать сюжет мы пригласили в студию на Пушкина 8 главного врача Светлогорской центральной районной больницы Игоря Тавтына. Игорь Павлович, добрый день. Итак, слезоточивость, повышение давления, затруднение дыхания. Как бы вы прокомментировали такого рода жалобы некоторых светлогорцев? В первую очередь скажем, что меркоптаны попадают в организм человека через дыхательные пути, кожу и слизистые. Поэтому действие меркоптана, оно связано именно с рефлекторным действием.
Это кашель, это слезотечение. Но то, что у человека повышается давление, ну, давление тоже симптоматическое. Тем временем в сети чего только не прочитаешь о практически вымирающем городе. Действительно ли зафиксировано какое-то превышение обращений в медучреждения региона? Нет никакого превышения обращений в медицинские учреждения, нет. Скажем так, что с января по сентябрь месяц вообще обратилось только было 139 человек, якобы связано с работой завода. Но хотелось бы ответить, что 71 человек, когда обращались в медицинские учреждения, особенно на скорую помощь, 71 человек, это почти 48%, они просто фиксировали факт, но от оказания медицинской помощи они отказывались. То есть с похожими показаниями, да, с похожими диагнозами, слезоточивость, давление и так далее. Да, точно так. И мы провели еще статистику, начиная вот с 2015 года, 15, 16, 17, 18, мы посмотрели статистику по заболеваемости. Заболеваемость растет, можно сказать, по всему региону, не именно в Якимо и Слободе. По всему Светлогорскому району она поднялась по району где-то на 7%, Якимо и Слободе поднялась на 5%. Но что касается детского населения, что многие говорят, что именно на детей влияет, детское население, общая и первичная заболеваемость снизилась. Первичная заболеваемость на 8%, а общая заболеваемость на 11%. И тем не менее, факт остается фактом. Сам был в Светлогорском районе, общался с населением. Периодически возникает запах, неприятный запах от пусконаладочных работ нового производства. Как по-вашему, и вообще что говорят эксперты, опасен ли этот запах для природы и человека? С декабря месяца, значит, ну, непосредственно Госнадзором организован ежедневный мониторинг в зоне влияния Светлогорского ЦКК на ряд гигиенически значимых показателей. Это те, значит, вещества, которые в первую очередь влияют на состояние здоровья населения. Мы на сегодняшний день ведем такой мониторинг по 6 показателям. Это в первую очередь формальдегид, формалин, значит, диоксид азота, диоксид серы, сероводород и оксид углерода. Значит, могу сказать, что за это время было произведено порядка 3800 исследований, значит, и превышений по этим показателям у нас не отмечено. И еще хочу тоже отметить то, что эти исследования проводятся как в выходные дни, так и в ночное время, особенно когда были обращения населения. Что касается метилмеркаптана, который здесь прозвучал, вот те моменты, которые возникали именно с пусконаладочными работами, они были связаны с тем, что вот этот метилмеркаптан до конца не утилизировался, потому что, собственно говоря, просто не было полной загрузки. Значит, эпидемиологи мониторят ситуацию, мониторят неоднократно, об этом вы уже говорили. Результаты этой экспертной деятельности, они доступны и светлогорцам, и учитывая резонансность вопроса любому желающему? Значит, эти материалы размещаются в периодической печати самого Светлогорска. Они размещаются на веб-сайтах нашего Светлогорского зонального центра генной эпидемиологии. Каждый день, насколько я знаю, обновляется ежедневно, да, бегущая строка. Информация. И на сайте Гомельского областного центра генной эпидемиологии и общественного здоровья. Еженедельно эта информация направляется в Министерство охраны окружающей среды, где тоже аккумулируются не только наши показатели, но и те, которые проводят наши коллеги Министерства охраны окружающей среды. Лариса Михайловна, как понимаю, слухи о вымирающем Светлогорске не могли обойти стороной и экологи. Какие исследования уже провели? Какие заключения готовы озвучить сейчас? С самого начала проведения пусконаладочных работ был организован постоянный контроль природоохранных органов, в том числе с привлечением аналитической службы Министерства природных ресурсов. Охватывается все выбросы от основных стационарных источников этого нового производства. 2 выпуска сточных вод после их очистки на очистных сооружениях перед выпуском в окружающую среду. И полученные результаты показывают, что фиксируются единичные, незначительные превышения установленных нормативов, которые не способны оказать существенное влияние на окружающую среду. Более того, за этот весь период наблюдений и контроля не зафиксирован ни один факт гибели объектов флоры или фауны. И, в общем-то, стабильная экологическая ситуация подтверждается данными и мониторинга атмосферного воздуха, который проводится Гомель-облгидрометом. То есть мы сейчас ни в коем случае не отрицаем. Запах действительно периодически возникает. Но вот его влияние на экологию человека отрицательного не зафиксировано. Совершенно верно.
Лариса Михайловна, вот если говорить про экологический баланс, к которому стремится, наверное, любое государство, тот самый баланс между экологией и экономическим ростом, без которого никуда, это ведь дилемма, наверное, далеко не одной Беларуси. Совершенно верно, Александр. Вы прекрасно понимаете, что если государство ставит перед собой задачу роста экономики, то прекрасно понимает, что параллельно сталкивается с проблемой о том, что будет увеличиваться антропогенная нагрузка на окружающую среду. Большинство людей очень дорожит своим благополучием, достатком, комфортным условием проживания. Самое главное, чтобы было достойное место работы, и самое главное, чтобы оно было да, и оплата, и оно, чтобы оно было высокотехнологичным. И мы очень дорожим своими благами и требуем от государства каждый день, чтобы они укреплялись и росли. Но это возможно только при стабильной экономике, в том числе ее промышленного потенциала. Но вот все должны прекрасно понимать, что то, что попадает в производство в том или ином виде, в том или ином количестве, в форме, оно обязательно возвращается в окружающую среду в виде выбросов, сбросов, отходов. Поэтому путь только один. Это путь зеленой экономики. Мы с вами уже как-то обсуждали это на одной из ваших программ в этой студии. Да. В общем-то, это путь всех европейских стран. Республика Беларусь тоже выбрала в качестве стратегии своего экономического развития внедрение принципов зеленой экономики, издано несколько нормативных правовых актов, но хотел бы, конечно, чтобы мы были последовательны и уверены в правильности своих действий. Тем временем к разговору в студии готов подключиться заместитель генерального директора Светлогорского ЦКК Юрий Бердович. Юрий Александрович, спасибо, что приехали. Начнем, пожалуй, с главного, что интересует и зрителей, и жителей Светлогорского района, но те, которые готовы слушать и слышать. Так опасен ли тот самый периодически возникающий запах от пусконаладочных работ нового производства? Тут небольшое количество дурнопахнущих газов, о которых сегодня уже шла речь, они образовывались в атмосфере, и население, скажем, чувствовало их. Они действительно присутствуют, но для того, чтобы провести анализ и мониторинг этой ситуации предприятием был заключен договор с московской лабораторией экологической, которая в течение июля-августа месяца проводила мониторинг соблюдения предельно допустимых концентраций промышленных выбросов. По результатам отчета данной лаборатории было установлено, что предельно допустимые концентрации не были нарушены. Но и это далеко не все, на что пошло предприятие для того, чтобы информировать компетентно жителей Светлогорска об экологической ситуации. Ведь так? Вы совершенно правы. Для информирования населения предприятием, во-первых, размещается информация, как уже было сказано, на сайте предприятия. Есть информационная доска, которая находится в непосредственной близости с проходной. Кроме того, предприятие, скажем так, пошло на такие беспрецедентные меры. В настоящее время предприятием приобретен газовый хроматограф, который позволяет определять дурно пахнущие газы вот этой низкой концентрации в предельно низких концентрациях. Он закуплен в Соединенных Штатах Америки. В настоящее время он уже поверен и разрабатываются методики. Сегодня уже можно сказать, что в декабре месяце предприятие самостоятельно силами Центральной производственной лаборатории сможет осуществлять ежедневный мониторинг вот этих дурно пахнущих газов и размещать их на сайте предприятия. В том числе появится информация, обновляющаяся каждый день по содержанию меркаптана. Да, вы совершенно правы. Лариса Михайловна, вот это, наверное, тоже уникальный случай, когда предприятие идет на все, дабы сгладить конфликтную ситуацию. Да, Александр, ну и опять же хочется употребить то слово, которое я уже говорила сегодня. Побудили его к этому как раз природоохранные органы на уровне министерства и территориальных органов. Мы проводили большую серьезную работу с предприятием, и сегодня вот мы этим такие результаты. Один из ваших коллег как-то сказал, для того, чтобы решился вопрос, нужно просто переждать тот самый процесс пусконаладки. Согласны с экспертом? Да, можно сказать, что согласны. Дело в том, что я уже сказал, что предельно допустимые концентрации не были нарушены, но и сказал ранее в своей речи о том, что при выходе на стабильный режим работы вот эти дурно пахнущие газы высокой и низкой концентрации будут в полном объеме сжигаться в котле, то есть утилизироваться. А мы можем о каких-то сроках говорить сейчас, либо пока это неблагодарное дело?
Ну, что касается сроков, то в соответствии, скажем так, с контрактными обязательствами с нашим генподрядчиком, китайской корпорацией инжиниринга Самсе, мы планируем, что стабильные режимы работы нового производства должны быть достигнуты до конца декабря, то есть до конца этого года. И еще один материал в тему разговора. Буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим. Ну а пока внимание на экран. Не все жители Светлогорского района доверяют лабораторным исследованиям о безопасности воздуха и считают запах ядовитым. Более того, они уверены, завод их травит, а правду скрывают. Чтобы показать, что скрывать нечего, власти и предприятия пошли на беспрецедентные меры. На новое производство пригласили сомневающихся и журналистов, плюс общественность города. Это педагоги, рабочие, пенсионеры, обычные светлогорцы. Экспертное мнение должны были составить специалисты из Гомеля и Минска. Группа большая, в один автобус поместились с трудом. Осмотр начинают с площадки, на которую поступает сырье. Представник нашего города побратима с Германии Хельмштета поглядел на все это. На жаль, его уже нема в живых. Добрый человек был. И сказал, что коли попрацует этот завод годов 10, то Беларусь перетворится в пустыню. Вот этим вызвано мое питание. Ну, я хочу ответить вам. Мы прекрасно знаем Германию. Значит, я лично посетил предприятие, которое было запущено в 96-м году. Это в 120 километрах от Берлина, в городе Штендаль. Значит, предприятие мощностью 690 тысяч тонн, то есть на 50% больше, чем наша мощность. И они то же самое из вот этого региона, Бранденбург и ближайшие к северу, заготавливают низкосортную сосну, хвою, березу и перерабатывают целлозу. Предприятие аналогично имеет, значит, оборудование компании «Андриц» и, соответственно, работает по той же технологии и выпускает продукцию. К слову, в Германии одни из самых жестких экологических законов в мире. Там предприятия построили, когда убедились в полной безопасности и нашли надежных поставщиков. Ими оказались как раз те самые австрийцы, что поставляют технику в Светлогорск. Делегацию завозят прямо в цеха. Здесь идет основной процесс переработки. Запах неприятный, но только внутри. На улице он уже не чувствуется. Очистные сооружения на заводе тоже самые современные. А это пульт управления заводом. Здесь все работает как часы. За процессом наблюдают десятки человек. Любой ошибки техника тут же просигнализирует. Система умная и сама себя защищает. Возле центра управления, кстати, есть некоторый запах, но совсем легкий. Вообще на территории завода никто в противогазах не ходит. Они есть в наличии, но для повседневного применения не используются. В целом большого зловония гости не чувствуют. Все увиденное предлагают обсудить в зале. Инициатором диалога выступил Светлогорский райисполком. Сюда пригласили два десятка экспертов, ученых, медиков, правоохранителей, экологов, в том числе столичных. Но инициативная группа жителей Якимовой Слободы от диалога отказалась. Мы вопросы мы не задавали, против. Мы знаем, какие получим ответы. Неоднократно. Мы писали и будем писать. Это вот третья часть вот этих вот бумаг, которые мы получили ответы. То есть пока вам вы будете чувствовать запах, да, вы будете конечно. Будем бороться. Конечно. Ну, конечно. Мы писали и будем писать. Почему такой настрой у некоторых светлогорцев? Этот вопрос прямо сейчас адресую председателю Боровиковского сельского совета депутатов Игорю Камейко. Игорь Анатольевич, итак, спасибо, что с нами. Вам слово. Получается, являюсь председателем Боровиковского сельского исполкома. Практически ежедневно по роду своей деятельности мне приходится бывать в данном населенном пункте, в том числе и по вопросу, связанному с заводом. Естественно, в ходе посещения общаюсь с населением. Население данного... Насколько это большое количество мнений, насколько это массовое обращение? Скажем или это так, вот определенная часть жителей того или иного населенного пункта? Население без малого 900 человек. Так называемая инициативная группа составляет 5-6 жителей деревни Якимова Слобода, которые вот действительно, как показывали в ролике, жалуются, обращаются. И действительно, даже в ходе проведения различных встреч, все равно настаивают на том, что мы вам не верим,
Вот, будем жаловаться, будем но, писать. Но, как мы видим из сюжета, по сути, компетентные ответы на важные их вопросы особо не интересны. У каждого своя правда. Это вот про данную ситуацию. Да, в связи с такой ситуацией на заводе уже неоднократно проводились и в этом году, и в прошлом проводились встречи с населением. Вот, и создается такое впечатление, даже когда они задают вопрос, они изначально не готовы услышать ответ. То есть, как говорится, у каждого своя правда. Они задали и слушать не хотят. Тем временем информация о практически вымирающем Светлогорске разлетелась уже далеко за пределы даже Гомельской области. Интернет в помощь, не без этого. Современные реалии. Как по-вашему, как это может отразиться, в том числе и на экономике всего района? Ну, мое чисто мнение, что, конечно, негативно. Потому что если года 3-4 назад набрать запрос и связать этот запрос с Светлогорском, то вам предоставят информацию о тех учреждениях, о тех заведениях, о тех заводах, которые действуют на территории города Светлогорска, о тех оздоровительных комплексах, которые у нас есть с лучшей стороны. То сейчас, конечно, если поинтересоваться в интернете историей Светлогорска, конечно, большинство информация начнется именно с ситуации по заводу. И здесь вполне можно понять любого туриста, к примеру, туриста из России, которых сегодня, ну, как минимум 50% и даже больше в наших здравницах. Вряд ли тот захочет ехать туда, где дурно пахнет. Конечно, любой здравомыслящий человек туда не поедет. То есть, конечно, по-вашему, возможно, район еще и в экономическом плане может потерять, в том числе из-за этого конфликта. Естественно. И еще о информационных вбросах, комментарии в тему разговора, на этот раз от председателя Светлогорского райисполкома Дмитрия Олейникова. Говоря о бесперебойности развития нового предприятия, конечно, не могу не спросить и о сырье. Мы вот сейчас находимся на площадке, где все это хранится. Много, возможно, фейковых новостей связано с тем, что сырья не хватает, и именно поэтому большие вырубки леса ведутся по всей области. Что можете сказать по этому поводу? В стране это 18 миллионов кубических метров древесины вырубается в промышленных целях. Заводу всего надо 2,5-3 миллиона. То есть, ну, вы видите, какие объемы. То есть, это не значит, что светлогорские леса поредеют. Да, конечно же, сейчас ведется массовая вырубка, но она не связана с заводом беленой целлюлозы. Она связана с такой проблемой, это жук-короед. Говоря о сырье, это в первую очередь низкопробная древесина. Да, то есть это, конечно же, самая низкопробная древесина. Это балансы, так называемые, так говорят работники комбината, что это балансы. То есть это та низкопробная древесина, которая никуда дальше пойти не может. Она идет именно на рубку щепы и потом варится в целлюлозу. Чтобы было понятно, еще раз подчеркну, Светлогорский ЦКК не просто еще одно предприятие на карте Беларуси и Гомельской области, если не ошибаюсь, второй по значимости и вложениям инвестиционный проект в масштабах Беларуси. Скажите, какой экономический и социальный эффект ожидает даже не район, а вся Гомельская область? Это просчитано? Да, вы совершенно правы. В процессе реализации инвестиционного проекта был разработан бизнес-план инвестиционного проекта, который уже в настоящее время прошел не одно согласование и показывает высокую экономическую эффективность этого проекта. В целом можно сказать, что предприятие в социальном значении создаст порядка 500 новых рабочих мест по новому проекту. Выручка предприятия вырастет в более чем в 6 раз, что, соответственно, отразится на налогах и на налоговых поступлениях в бюджет. И на уровне жизни, кстати говоря, готовясь к программе, прочитал, что тонна беленой целлюлозы примерно столько же стоит, как тонна нефти. Да, вы совершенно правы. Тонна целлюлозы сегодня стоит практически как тонна нефти, поэтому это еще раз подчеркивает о той высокой эффективности проекта, потому что мы сегодня с вами понимаем и слышали уже о том, что на производство данного вида продукции используется низкосортная древесина. Юрий Александрович, и в завершении обсуждения этой темы, что бы вы сказали жителям Светлогорска, которые сейчас нас смотрят и которые
возможно, надеюсь, хотели бы все-таки услышать компетентную информацию, возможно, в очередной раз. Ну, жителям города и района хотелось бы, естественно, принести свои извинения за вот те моменты, которые связаны с пусконаладкой в плане некого там количества этих дурнопахнущих газов. Хотелось бы сказать, чтобы, скажем так, по-простому они набрались терпения, потому что как только предприятие достигнет стабильных режимов работы, эта проблема должна уйти. Это главная тема, и мы продолжаем. И еще одна актуальная тема, вокруг которой периодически потирают руки доброжелатели-эксперты. Смерть малыша после плановой вакцинации в Беларуси в августе 2018-го привела к новой волне мнений отказаться от иммунизации. Ростислав Николаевич, часто ли вам приходится слышать, в том числе и сейчас, вакцинироваться не буду? Несмотря на все публикации, которые были, в принципе, население на сегодняшний день понимает значимости этого вопроса. И даже вот последние звонки на наши горячие линии, они как раз ориентированы на то, что народ интересуется, где можно привиться. И даже вот сейчас, когда началась кампания против гриппа, в том числе и против гриппа. Отказчики были всегда. Значит, есть отказчики по религиозным соображениям. Значит, если отказчики связаны с каким-то вопросом, возможно, сложнее и так далее, то здесь, если родитель хочет слушать, и он думает о здоровье своего ребенка, то до него доносят эту информацию, и поэтому с такими людьми работаем. Мы их все влияют знаем, информационные вбросы на решение жителей вакцинироваться или нет? Вы знаете, я могу констатировать, что на сегодняшний день значительно меньше, чем когда-то это было раньше. Вот еще один пример в тему разговора. Ситуация с отсутствием государственной политики по иммунопрофилактике. Говорю сейчас об Украине, и как результат перерождение кори, которая снова возвращается. Ну, именно потому белорусская медицина так настойчива в иммунопрофилактике. Минздрав придерживается общей позиции Всемирной организации здравоохранения о том, что иммунизация, она предотвращает случаи заболевания радикально. Значит, что касается ситуации по Украине, то здесь да, с учетом того, что там была нарушена система закупки, система финансирования, значит, сложилась значительная прослойка населения, которая была не привита против кори. И на Украине на сегодняшний день зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания и порядка 10 тысяч среди детей. И официально было передано о 14 случаях летальных. То есть, к сожалению, людей потеряли. Значит, у нас ситуация другая. Значит, вакцинами обеспечены учреждения здравоохранения в полном объеме. Значит, если какие-то есть проблемы, они оперативно решаются. И наш календарь предусматривает иммунизацию, плановую иммунизацию против 12 инфекций. И просто, конечно, уже поколение в возрасте, наверное, помнит такое слово дифтерия, полиомиелит. Молодежь это только слышит, и оно не видело тех последствий, которые приносили эти заболевания. Значит, мы на сегодняшний день практически благодаря прививкам ликвидировали эпидпаротит, краснуху. Значит, корь, единичные случаи встречаются. И это все благодаря иммунизации. Продолжение темы еще одно экспертное мнение. Ждем в студии на Пушкина 8 главного внештатного педиатра Гомеля, заместителя главного врача Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники Олега Земелихина. Олег Александрович, подключайтесь к разговору. Как по-вашему, откуда берутся ноги у решения многих, в основном молодых родителей, отказаться от иммунизации? Сейчас мы очень целенаправленно объясняем проблему иммунизации. Возможно, цели, поэтому? Цели иммунизации. И ведь Ростислав Николаевич действительно сказал, что мы не знаем. Многие инфекции практически победили. И даже больше могу сказать, что некоторые наши педиатры молодые, некоторые инфекции видят уже только по учебникам. Им довольно тяжело встретиться с ними в жизни. Поэтому и молодые родители, они
очень добросовестно подходят к воспитанию своих детей, они чувствуют ответственность, и отказов от иммунизации действительно стало намного меньше, чем было раньше. И все-таки они имеются, и это действительно факт, который остается фактом. Как переубеждаете, в том числе молодых родителей, которые сегодня, возможно, начитались в интернете, возможно, насмотрелись блогеров от медицины, каких тоже достаточно, приходят и говорят, мы отказываемся от плановых прививок, мы не будем травить детей. Какими методами уговариваете или не уговариваете? Вы знаете, в общем-то, ответственность за своих детей несут родители. Мы можем разъяснять, предлагать какую-то свою помощь, рассказывать о последствиях, которые могут случиться с их детьми, если они будут не привиты. Ну, на сегодняшний день, наверное, Украина и страны бывшей СНГ нам помогают в этом деле. Почему? Потому что то, что творится вот сейчас на Украине с той же самой корью, склоняет наших родителей к тому, что к убеждению тому, что нужно обязательно прививаться, потому что мы сейчас очень подвижная нация, мы выезжаем за рубеж, мы видим, сталкиваемся со всевозможными инфекциями, которыми даже раньше и не сталкивались. И наши дети тоже они наиболее подвержены проблемам и заражению населения. Они быстро растут, они более быстро реагируют на любую инфекцию. Поэтому вот та обстановка, которая даже, может быть, сложилась вокруг страны на сегодняшний день, она нам помогает. Ну и действительно, у каждого своя правда. Да, действительно, можно понять круг родных и близких той семьи, где умер ребенок после плановой вакцинации. Но это 1/10, а может быть и меньше, от всех тех случаев, когда удалось спасти деток. Вакцинация спасает намного больше жизней, чем она вредит. И, конечно, я говорю, трагедию мы никогда не избежим каждой отдельной семьи, если это случается. Но это очень единичный случай. Виктор Васильевич, вы как социолог посвятили, насколько я знаю, большую часть своей жизни, профессиональной, научной, как хотите называйте, исследованию менталитета современного белоруса. Вот как по-вашему, можно ли сказать, что мы, белорусы, не только мирные люди, но еще и охотно верящие не всегда проверенным источникам информации? Да, совершенно верно. Со всеми, как сказать, вытекающими позитивными чертами белорусов есть, конечно, и свои особенности. Но особенность, она в чем заключается? Она заключается в том, что мы люди, как сказать, коллективистского толка. И, например, в отличие от жителей североамериканских штатов, где, в принципе, никто никому не верит, каждый читает или каждый ищет свой кусочек правды, и они на этом... У нас наша истина выстраивается, ну, условно говоря, в курилках. То есть вот собрались люди, поговорили, пообсуждали, ты слышал? Во многом с этого начинается. Да, я слышал. Ну, а если я не слышал, значит, я теперь уже. А если мы поговорили втроем, пятером, десятером, значит, вот она, пожалуйста, сформировалась уже какая-то своя собственная истина. Но я хотел бы сказать, что вот сейчас, послушав процесс, как сказать, принятия решений на действительно большом заводе, ну, просто как социолог еще раз понял, что, наверное, там были хорошо проработаны технологические вопросы, сырьевые вопросы. Но с точки зрения профилактики социальных вопросов, скорее всего, там просто на это не обратили внимания. То есть, ну ведь было понятно, что будут вот эти вот запахи, будут эти неприятности. Ну так тогда, помимо строительства завода, нужно было население готовить к этому. Нужно было говорить, нужно было разъяснять, нужно было не вот теперь столкнуться, чтобы стояли у проходной и говорили. Почему? Потому что от этого, с одной стороны, никуда не уйдешь, и вот это вот противостояние, которое, да, я писать буду, но ни на какой диалог не пойду, потому что мне и так все понятно. А вот интересно, современные социологи как считают, у славян вот эта потребность в жареных фактах, в вау-новостях, она присутствует? И если да, то почему? Как у любого живого организма. То есть там после жаркого лета наступает холодная зима, значит, драйв, значит, после там дождей наступает засуха опять и так далее. Это человек тоже нуждается вот в получении каких-то ферментов для...
выброса адреналина. И поэтому, да, мы ищем и смотрим фильмы, ужастики, мы на каких-то горках диких катаемся. Для чего? Для того, чтобы получить... В данном случае, да, совершенно верно, как социально-коммуникативный, вот эти вот жареные слухи, они являются вот этими драйверами, которые позволяют с одной стороны, как сказать, получить этот заряд, ну а с другой стороны определить, вот где кончаемся мы, а где начинаются другие. Вот наши сегодняшние сюжеты очень хорошо это показывают. Александр Вячеславович, а вот как вы относитесь к фейкам? Согласитесь, хороший инструмент для того, чтобы нарастить аудиторию, к примеру? Ведь у нас менталитет какой от природы нас готовит, что надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Правильно? Поэтому в плохие новости как-то лучше верится у нас. Так, ну, привычка. А что касается привлечения аудитории, там, поднятия тиража вот, путем... распространение вот этой так называемой фейковой информации. Знаете, Омар Хайям, да, поэт такой есть, он там, если интерпретировать его стихотворение о борьбе добра и зла, он сказал, что добро тоже имеет силу, но оно в рамках каких-то нравственных, а зло не брезгует ничем. Если журналисты государственных средств массовой информации, находясь в строгих рамках закона о средствах массовой информации и соблюдая этику журналиста, всегда информацию, говорю на примере своей редакции, у нас она проверяется, перепроверяется и 20 раз уточняется. Да, мы теряем время, то, что в нынешней ситуации это, конечно, важно, но мы как бы с чистой совестью даем то, что... было действительно на самом деле. И все-таки нельзя не сказать, что слухами нельзя пользоваться, с ними нельзя работать. Как, какие правила работы вот с такими вбросами среди ваших коллег? У нас есть такая рубрика, называется «Проверка слуха». Вот как-то мы опубликовали материал о проблемах цыганской диаспоры. Тут же получили массу звонков и в интернете, и по телефону. Люди говорили, что вы о них пишете, это воры, преступники, это все, посмотрите, все вот эти вот квартирные кражи под видом соцработников, коммунальных работников, это цыгане. Решили проверить, обращаемся в наш отдел внутренних дел. Это было в 2016 году, получаем информацию, что за год только в двух случаях вот таких подобных происшествий были заподозрены, еще даже не осуждены, там неизвестно как, но заподозрены цыгане. Остальное это были лица вполне себе славянской национальности. То есть это уже даже не слух, а как бы сложилось мнение. Второй случай, вот такой пример яркий. В 2016 году у нас на химзаводе, если вы помните, произошел выброс аммиака. Даже не выброс аммиака, а аммиачной воды. Вот. Тут же в интернете началось, что все, в Гомеле тут детей уже на прогулку не водят. Гомель-то в тот скоро... год вымирал Гомель. Да, уже вымирает Гомель. По статьям. К сожалению, в той ситуации местные власти, как бы, и руководство химзавода очень долго готовили официальную информацию, пока она уже была готова, распространялось, что уже в Гомеле второй Чернобыль наступил. Все, конец света. К счастью, там сделали хорошие выводы, правильные выводы из этого. И когда уже в этом году там произошло небольшое возгорание, но задымление, как бывший пожарный, говорю, задымление большое, но возгорание небольшое, тут же они дали информацию, тут же мы опубликовали, и уже того, что вот там такое что-то сверхъестественно случилось, те слухи пресекли на корню. То есть, что я хочу сказать. Борьба со слухами надо, помимо того, что... давать правильную информацию, ее надо еще давать вовремя. И последний, Александр Вячеславович, знаю, что журналистики отдали десятилетие 4, практически угадал. Какая из сфер, на ваш взгляд, страдает в Гомеле от вот этих информационных вбросов больше всего? Больше всего, опять же, судя, у нас вот рубрика есть «Помогите разобраться», она как бы дублирует эту рубрику «Проверка слуха». Почему? Потому что большинство вопросов начинается «А правда ли?» Ну, с непонимания. Да, с непонимания. То есть люди уже... Это естественно, вопросы коммунального хозяйства. Тут это лидер у нас по всем показателям. Но опять же, в последнее время, обратите внимание, это вопросы социальной жизни. Да? Вот,
вспомните хотя бы, когда хотели делать на площади переход. Ну, хотели, не хотели, понимаете, вот тут вот это вот, что такое слух. Возможно, в горосполкоме власть, решая проблему, ища пути решения проблемы... обсуждала и такой вариант. Да, как вариант, но, извините, предложение – это не решение. Но в интернете уже появилось, как принятое решение, и тут же уже началось там народное обсуждение, все, то есть эти вопросы, ну, естественно, политика, у нас же без нее никуда. И здесь тоже наш брат-журналист иногда, пытаясь, вот как вы вначале задали вопрос, привлечь читателей, мне кажется, в последнее время мы злоупотребляем заголовками. Что ж, ну и в завершение еще один гость в студии. Первый заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ Сергей Былинский. Встречайте. Сергей Анатольевич, подключайтесь к разговору. Наверняка с высокой периодичностью вам и вашим коллегам приходится слышать: спасите, помогите, некогда зеленый Гомель стараются закатать в асфальт. Неужели при наличии таких планов наш Гомель становился неоднократно бы лидером по благоустройству в масштабах страны? Наверное, слухи это сильно преувеличены. Начиная с 2002 года, город Гомель, как вы уже сказали, Александр, неоднократно становился победителем в республиканском смотре санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь. Там один из показателей – это озеленение территории. Хочу сказать, что в каждом случае экологи, в первую очередь, очень щепетильно смотрят к сносу того или иного зеленого массива. То есть даже если происходит снос, то взамен деревьев снесенных садится намного больше. То есть оценивается, скажем так, ущерб, стоимость дерева, и взамен высаживаются компенсационные посадки. Поэтому ежегодно, можно так если сказать, что у нас в городе высаживается порядка 8-9 тысяч деревьев, 5 тысяч кустарников, было более 500 000 цветов. Ну и вот проводятся в городе Гомеле ежегодно, скажем так, различные мероприятия, в том числе и сожский коровод, и приезжают гости и очень лестно, скажем, отзываются о ухоженности, благоустроенности, озелененности города. Поэтому слухи, они слухи. Сергей Анатольевич, ну и, конечно, не могу не спросить еще и о свеженьком. Тротуарная плитка в центре Гомеля избитая уж тема. Многим не дает покоя. Писали в том числе и о том, что ее укладывают в Гомеле в два слоя. Давайте с самого начала разберемся о концепции, о идее, почему такой проект было принято реализовать. Ну, проект этот, скажем так, не новый, если брать за основу, что узор, так называемая белорусская вышиванка. Вы все прекрасно знаете, что в прошлом году закончилась реконструкция набережной, и там этот элемент присутствует. Хочу также заметить, что попали, ну, в рекорд, не в рекорд, что у нас самая длинная набережная, выполненная в цветовом исполнении в качестве вышиванки, порядка 2 километров. Ну, это так, для сведения. И решили продолжить вот эту концепцию, да, да. То же самое наблюдаете при открытии детской городской больницы, улица Жарковского. Ну, вы все понимаете, что начинают порядок наводить с центра. Это лицо города, тут посещение гостей, делегаций. Поэтому и решили начать с улицы Советской, площади Ленина. Поэтому это поэтапная работа. И здесь самая главная, наверное, информация о том, что снятая плитка, пусть и не в самом хорошем состоянии, но некоторая и в неплохом, все-таки не уйдет на даче кому-либо. Нет, нет. Я могу всех успокоить, да, что сейчас плитка эта сортируется, бывшая в употреблении. Пригодная складывается на поддоны, отвозится сейчас на предприятиях Гомельский городской дорожный трест и в дальнейшем будет использоваться повторно на благоустройстве дворовых территорий, системы, скажем так, образования, детские садики, школы и коммунальных зонах. То есть сейчас формируется, обсчитывается площадь, по заявкам администрации района будет... То есть выделяться. В том числе в экономическом плане Гомель не проиграет? Нет, конечно.
Виктор Васильевич, Александр Вячеславович, в завершение у меня всего один вопрос. Понятное дело, информация сегодня повсюду, это замечательно, но ведь одно «но» – культура ее потребления. Как ее нужно воспитывать? Что бы посоветовали, подводя итог программы каждому, кто нас смотрит? Александр Вячеславович. Что посоветовать? Это выход один. Не только по заголовкам критически судить. Воспринимать все, что вы читаете в интернете и в газетах. Просто критически. Сегодняшний разговор, и не только сегодняшний разговор, он еще раз убеждает нас в мысли, что, образно говоря, мы научились ездить на хорошо разгоняющихся автомобилях, но нас никто не научил этим самым правилам. Поэтому кто как ездит, кто попадает под колеса, кто умудряется, так сказать, выпрямиться. На самом деле социальная информация, она, как и любой другой процесс, она имеет две стороны. Она может лечить, она может помогать нам жить, и действительно помогает, а может приводить вот к таким случаям, когда общество просто, скажем, что ли, так раздраивается. Пора делать выводы. Что ж, на этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи!